Натар, запись, если можно. Что? Теперь, и после этого я, ну, думаю, что представлять тебе не нужно. Теперь что-то, как бы, видимо, включен микрофон, не только у меня. Хорошо, ладно, тогда, Бень, начинайте свою лекцию, а дальше посмотрим. Хорошо, здрасте всем. Во время короны я ждал... Ждал прихода Машеха. Извините, пожалуйста, да. У вас, да. Видимо, включено два микрофона. Такое может быть? Потому что слышно. Два микрофона. Вау. Я не знаю, не думаю. Меня слышно два раза, да? Ну, сейчас вроде ничего, сейчас нормально, кажется. Сейчас нормально. Угу. Хорошо. Давайте. Простите, пожалуйста, мне нужно немножечко прийти в себя. Меня интересует... приходят дополнительные люди, так что все нормально. Давайте. Да, ну, я прошу сейчас не перебивать, я попытаюсь войти в какой-то темп. Я разрабатывал эту идею примерно с начала коронавируса, и она очень много принимала разных форм. Я пытаюсь прийти к мифологическим истокам понятия «мессия». Само слово «мессия», которая просто трансляция слова «машиах» на иврит, на иврите она людям говорит очень-очень многое, но это никак не связано с оригинальным значением этого слова. Так же, как и слово «Христос». Я, например, узнал, что слово «Христос» и слово «хрио» — «мазать» на греческом — это было какой-то выдуманный неологизм, который придумали переводчики из Септуагинта, при том, что читатели не имели ни малейшего понятия, что такое Христос, чем он был помазан, что это вообще такое. Это примерно, как сказать, «намазанный». Что вот мы верим в какого-то намазанного. И вот, например, посмотрите на это изображение, да, это из синагоги Дурайропас, это как мажут Давида в царство, да. То есть художник не имел ни малейшего понятия, что он изображает. И вот я буду заниматься мифологией, я буду рассматривать библейские тексты точно так же, как я буду рассматривать тексты, которые были найдены в земле, как древние тексты, с попыткой прийти к первоначальному образу Машиаха. Образу, который я буду поделен на три части. Я надеюсь, что после того, как я могу показать, у нас появится какое-то понимание, почему этот мем, почему эта идея так появилась в истории человечества. Так хорошо, что она стала... Извините, пожалуйста, у меня есть просьба. Чтобы выключить микрофоны всех, включая Алекса и всех прочих. Хорошо, значит, сейчас я продолжаю, да? Да. Значит, я читаю текст. «И сказал Господь, да, это пророку Шмуэлю, встань, помажь его, ибо это он. Самуил взял рог с маслом и помазал Давида в присутствии братьев. Тогда Дух Господень сошел на Давида и с того дня пребывал на нем». Здесь есть в этом описание, это описание коронования царя Давида. Само по себе намазывание маслом, оно нам известно как часть ухаживания за собой. Вот люди моются, и люди еще мажутся маслом, мажут голову маслом. Например, в книге «Экклезиаст» есть такое благословение, чтобы всегда у тебя голова была в масле, потому что это приятно, я даже на этих выходных это попробовал. Сам это, правда, очень приятно. Но в этом тексте, в котором коронуется царь Давид, есть момент избрания, что Бог его избрал, и по избранию Бога пророк, который является просто рукой Бога, сам Бог не может физически его помазать, это делает пророк через него. Он его мажет маслом, и на него сходит Дух Бога. Вот что это за Дух Бога, я вот сейчас буду немножко раскрывать, да? Но идея в том, что мазаться маслом может каждый, и делает каждый нормальный человек, мажется маслом. Но момент избирания человека, он превращается в царя, и он получает этот Дух. Масло является всего-навсего символом. Ну, как корона, вы знаете, одеваете шапку, и ничего не происходит. А когда вы одеваете корону, когда царь одевает корону в момент коронования, происходит какая-то трансформация. Вот посмотрите, например, еще один текст.
это пророк. Некий пророк говорит: «Дух Господа Бога на мне, потому что Господь помазал меня». Он помазал его возвещать бедным радостную весть. Какое-то пророческое послание началось с этого. Явно Бог никого не мазал. Можно так себе представить, что пророк сам себя намазал физическим маслом. Но главное тут, что помазание происходит по мере некоторой связи с Богом, трансформации. Это пророчество является инициацией. То есть пророк начинает. Он начинает свой путь как пророк и выражает это через помазывание маслом. Так что главное здесь слово — это «потому что». То есть дух нашел на него, потому что Бог его помазал. Итак, мы отправляемся в первый образ, из трехгранного образа Машиаха — масло, оливковое масло. Почему именно оливковое масло? И что мы можем понять о образе Машиаха через масло? И для этого мы покинем Танах и прочитаем текст, который был найден в земле. Он был найден на берегах реки Ефрат, город, который называется Марий, который существовал до конца 18 века, когда он был разрушен Вавилоном. И вот, вы видите, просто чтобы вы поняли, что мы читаем. Да, это перевод с аккадского языка. Я тут только кусочки приводил, но главное — это главное послание. Этот текст был написан от уст пророка. Был некий пророк, было несколько пророков в этом городе Марии, и они говорили разные вещи, и эти вещи записывались. Это 18 век до нашей эры, примерно период Авраама, чтобы у вас было какое-то представление, да, о чем мы говорим. То есть это очень-очень-очень давно, до появления еврейского народа. И вот мы читаем такой текст. «Абия, пророк Адада, Господа Алеппо, пришел ко мне и сказал мне эти слова». Да, то есть пророк бога Адада, Адада – бог грома, его имя стало слышаться как гром. Он бог города Алеппо, он пришел, этот пророк, и сказал мне эти слова. Вот мы слышим слова от уст Бога, от уст Господа Алеппо. Так говорит Адад. «Я вернул тебя на трон». Я дал тебе оружие, с которым я воевал с морем, я помазал тебя маслом моего сияния, чтобы никто не мог бы стоять перед тобой. Услышь одно мое слово. Если кто-то обратится к тебе с судебным делом, говоря, мне совершили зло или меня обидели, встань и соверши с ним правосудие». Значит, Бог помазал этого царя маслом своего сияния. Вот заметьте, это статуэтка бога Адада, она не из города Мари. Но заметьте, что бог, он поднимает руку, в руке он держал какое-то оружие, с которым он воевал с первобытным морем в процессе его восседания на троне, да, бог, он тоже как царь, он должен побеждать своих врагов до того, как он сможет восцарствоваться. И у него есть оружие. В этом тексте у него два оружия. Одно — это оружие, с которым он воевал с морем, в этом случае это его гром, или какая-то палец, неважно. И второе оружие — это масло, это его сияние. И сияние Бога, которое, между прочим, изображается в искусстве в качестве золота. Золото — это атрибут божества. Это божественное сияние выражается через золото. Нам это немножко тяжело представить, потому что у нас золото — это такая широкая вещь. Но вот видите, статуи богов — это божества, это не украшения, а это идол, который являлся объектом культа. Разные божества, которые были позолочены, и это золото символизировало божественное сияние. Например, бог Энлиль — это высший бог Месопотамии, его сияние было настолько сильное, что другие боги не могли на него смотреть. Боги, они звезды. У каждого бога была своя звезда. И звезды, как вы знаете, они сияют. Оливковое масло, которое мажут лоб, дает человеку сияние. То есть после того, как мажут тело, ну, знаете, люди занимаются физкультурой, там, не знаю, они начинают сиять. Это сияние является каким-то отражением божественного света. Оливковое масло, оно и используется для освещения, потому что оно ассоциируется напрямую со светом, потому что каждую ночь, или не каждую ночь, или редко, или, может быть, только в субботу, я не знаю, зажигают свет ночью. И этот свет освещает ночь и отражает сияние звезд. Божественный свет, как мы прочитали в прошлом тексте, является оружием. Этот свет, он ужасен.
Есть такое понятие в Месопотамии, очень важное понятие, которое изначально присваивается только богам, но со временем цари начинают тоже использовать это выражение в их текстах. Это слово «меламу». «Меламу» — это божественный ужас. Это сияние, которое наводит на всех ужас, оно разрушает. Оно такое сильное сияние, что человек не может перед ним устоять. Люди в Месопотамии, еще начиная с шумеров, себя называли черноголовыми. Не потому, что они были смуглыми, они не думали, что они смуглые, скорее всего, а потому что у них голова не сияет, а голова у богов сияет. И это сияние можно выразить через золото объекта культа, его можно выразить через рога. Ну, почему рога? Это длинная история, это не на сейчас. Но видите, вот Бог, у него растут из головы рога, эти рога символизируют его сияние. Вот еще один Бог, у него рога, вот у него из головы рога, как у всех остальных богов, а еще у него лучи из рук. А другие боги, они просто, это сияние изображено, ну, как мы понимаем лучи. Но луч и рог являются двумя способами выражения этого божественного сияния. И это сияние, оно используется царями как оружие. То есть цари получают это сияние от богов, и они наводят на страну, на землю черноголовых страх, потому что в них есть это сияние. И поэтому можем сейчас понять, почему мажут царя именно с рога, почему берут рог масло. Ведь рог это, может, вы думаете, что в Грузии там, или в Армении пьют из рога вино, у нас ничего подобного не делают. Нет у нас такого, чтобы использовать рог как питьевой сосуд. А рог упоминается как сосуд только исключительно в этой истории. В истории помазывания царя Давида. Потому что рог является еще одним атрибутом божественного сияния, который изначально есть только у Бога и передается человеку. И вы, может быть, некоторые вспомнили рога Моисея, да, который Микеланджело таким гениальным образом изобразил в своей статуе. Скорее всего, хотя я не знаю, что было у Микеланджело в голове, но переводчик Библии на латынь, несомненно, понимал, что рог в библейском иврите означает «слава». И есть множество разных, ну, семантическое поле этого слова, оно очень широкое, да, и даст силу царю своему и вознесет рог помазанника своего. Этот помазанник, он его, он принадлежит Богу, потому что он получает свою силу и свой этот свет, он его получает непременно от Бога. Я теперь хочу сделать маленькую паузу и услышать, есть ли у кого-то какие-то вопросы, какие-то пояснения или какая-то критика, в общем, вот на то, что я сказал, и потом перейдем на следующий образ. Можно открыть каким-то образом дискуссию? Александр или... двуногий, поэтому. Простите, что? Александр, поэтому называется двурогим. Двурогим? А, ну, я знаю, есть монет. У него монеты есть с рогами. Ну, так он поэтому. А, это еще его в текстах? В текстах тоже? Ну, это та же самая традиция, что он божественный. Да. Это здорово. Он, наверное, это подхватил где-то на Востоке. Ну, понятно. В Вавилоне. Да. У кого-то есть еще что-то? Просто уточнить. Можно? Я хотел уточнить. Я правильно понял, что масло и вот этот цвет в виде рогов — это есть атрибуты царя или мессии? Я, может быть... Во-первых, да, совершенно верно. Я не уточнил это сначала, потому что меня немножечко колбасило, но мне важно подчеркнуть, что используем, как я сказал, когда мы используем слово «мессия» сегодня, мы говорим о каком-то спасителе. Заметьте, что мы на данный момент вообще об этом не говорим, и мы на самом деле только под конец начнем этим заниматься. Потому что я сказал, что нас интересует изначальный источник этого слова, этого термина. Изначальный источник этого термина Мессия, помазанник — это тот, которого короновали, который стал царем. Как и в Древнем Израиле, так и в Месопотамии. Хотя мы, конечно, не знаем, назывался помазанник, но его, несомненно, мазали. Мы знаем, что... Можно вопрос? Да, конечно. Нет, просто чисто, насколько я понимаю, значит, мазали не только царей, и поэтому я хотел бы
некоторые уточнения по этому поводу. Да. Вы говорите, царь, но, насколько я понимаю, помазанник это совершенно не обязательно царь, например, священника помазывали, да. Нет? Это совершенно верно, что мы знаем о том, что мазали священников, и мы знаем немножечко о том, что мазали пророков. Например, я вычитал отрывок от пророческого текста, в котором пророк рассказывает, что его Бог помазал. И это спасибо, Илья, что вы уточнили, что помазывание здесь является всего-навсего символом божественного присутствия на человеке. То есть Бог снисходит каким-то образом и присутствует в человеке. Он может быть священником, между прочим, мажут не только людей, мажут и разные святые предметы, когда их освящают, мажут пророков. Но когда мы говорим о помазаннике, то... Ну, нет, посмотрите, есть помазанники, которые... Есть Коген Машиах, да, это священник, который был помазан. Но на данный момент нас интересует именно образ царя, потому что следующий... Мы как бы раскроем этот образ оливкового масла следующим образом. Да? Но, конечно же, есть и священники, которые помазаны, и пророки. И, Никола, ты что-то начал говорить, я не помню. Ну нет, я просто у тебя хотел еще спросить, как связано между собой, ну, собственно, это помазание и свет. Да. И, в общем... Я сказал, на физическом уровне помазание дает блеск. Физически это можно заметить. Этот блеск понимался в древнем мире как какое-то отражение божественного света. Боги, они сияют, они существа, которые все сияют, они, золото является способом выразить это сияние, рога символизируют это сияние. Люди, они не боги, но на них может сойти это божественное сияние. И разные люди, например, вот Моисей, да, он сиял, и на его лицо невозможно было смотреть, потому что оно сияло божественным сиянием. Цари Сирии тоже сияли, и они рассказывают о том, как их сияние, их лица поразило своих врагов. И такой является царь. Я двигаюсь дальше, мне кажется. Следующий образ, которым... Да. Следующий образ, который я хочу затронуть, это образ Божьего Сына. Да? Мы замечаем, что в некоторых библейских текстах царь, тот же помазанник, описывается как сыном Бога. Например, мы возвращаемся к коронованию царя Давида, к помазыванию Давида. И о Давиде также сказано, да, вот пророк тоже, пророк говорит, это не пророк Шмуэль, это другой пророк, пророк по имени Натан, говорит, что Давид построит мне дом для моего имени, я упрочу престол его царства навеки, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Это, конечно, очень-очень странно, потому что, ну, нам это кажется просто немножко тяжело переварить, в особенности в контексте еврейской традиции. Но, тем не менее, таких текстов много. Мне интересно раскрыть этот образ царя как сына Бога, чтобы понять, в каком цвете его понимать. Да? Вот, посмотрите, справа видите эту статую. Это Рамсес, наверное, величайший царь Египта, который изображен здесь в виде младенца, который сидит у подножия своего отца, бог Хорус. В Египте царь воспринимался как биологический сын бога. Это были не все цари, конечно, но многие цари, о многих царях есть просто истории, о том, как их мать, она была девственницей, как не пришел бог Тхот и вещал, что она станет беременной, что у нее родится сын, что он будет царем. Это все расписано. Я недавно был в Египте, я это увидел, мне это очень удивило, потому что есть целые комиксы, которые это описывают, о том, как история, как царь рождается от бога. В контексте древнего Израиля и Месопотамии это немножечко иначе. Да? Я просто хочу прочитать этот псалом и сказать о нем пару вещей. Но в первую очередь в контексте рождения этого царя. Да? Почему волнуются народы и племена, замышляют пустое, встают цари земли, властелины совещают вместе против Господа и против помазанника его. Тут есть какие-то народы мира, какие-то силы хаоса, которые творят зло и воюют против Бога и против его помазанника.
Как и в прошлом тексте, помазанник, он принадлежит Богу. В этом случае он ему принадлежит, как сын принадлежит отцу. Возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя. Опять же, мы читаем этот текст не как молитва, мы это читаем, мы это пытаемся рассматривать как древний текст, который был написан с какой-то целью. И разные ученые предполагают, что у псалмов есть разнообразные цели. Этот псалом, может быть, был воспет или был сочинен во время коронования царя. Потому что сегодня я родил тебя, имеется в виду, что сегодня этот человек превратился в сына Бога. Так что здесь нету речи о биологическом рождении, не как в Египте, что из чрева матери он был сыном Бога. Совсем нет. Он стал сыном Бога в момент коронования. И в этот момент, как только он стал сыном Бога, он получил власть над всем миром. Проси у меня, говорит Бог, и я отдам народы тебе в наследие, края земли тебе во владение. То есть Бог, он охраняет своего царя как сына, и обещает ему, вот ты попроси у меня, я тебе дам все, что ты хочешь, потому что ты как мой сын. И я тебе дам весь мир. Это очень мощный текст, который очень красиво иллюстрирует, что это божественное присутствие, которое есть у царя, дает ему, по сути, власть над всем миром. Так как Бог, он находится везде, и он властвует над всем миром, его сын, его царь, он тоже властвует над всем миром. И опять же, я говорю это, мне тяжело высказывать эти вещи, но в Месопотамии это довольно распространено. Очень много разнообразных отношений между царем и богом. Например, есть цари, у которых являются множество богов, как у них, он и сын этого бога, и сын того бога. Но вот прочитаем короткий текст, который меня очень-очень впечатлил, когда я впервые его увидел. Это царь под названием Тикхулти-Ненурта, это первый царь Ассирийской империи, можно сказать. И вот он восхваляет себя и рассказывает о том, как он стал царем. И описывает, то есть он описывается с третьего лица. И вот о царе говорится так, что он, этот царь, он один является вечным образом Энлиля, внимательного голоса народа к совету земли. Энлиль вырастил его как родной отец после его первенца. То есть у нас тут есть этот царь, он создан в образе Бога, и этот царь был вырастен как родной сын. Он не родной сын, он его вырастил, как будто он родной сын. Это, знаешь, безумно интересно. То есть в момент коронование – это момент усыновения. Но при этом этот царь, он одновременно и безумно красивый. Как Энлиль, который он весь сияет, царь тоже, он создан, он изначально создан как очень красивое существо. Он был создан в образе и подобии Бога. Это безумно интересно, потому что мы сразу вспоминается, что человек в книге Бытия был создан в образе и подобии Бога. А вот здесь, в Месопотамии, такая честь унаследуется только царю. Но в библейской традиции мы знакомы с такими идеями. Это другой псалом, да, в которых есть песня, которая хвалит царя. Да, и о нем сказано, что царь, да, для царя я исполню эту песню. То есть этот псалом говорит нам, черному по белому, что он является хвалой в честь царя. Это не молитва, а это именно хвала. И мы слышим, что о царе говорится, что ты прекраснее всех людей. Благодатная речь сходит с твоих уст, ведь Бог навеки благословил тебя. Более того, это тяжелый очень стих, и еврейские комментаторы сильно забивали нам голову, но, в общем-то, тут довольно ясно, что этот царь называется Богом. Да? Я читаю 7 стих, в котором сказано «Вечен престол твой, Боже, твой царский скипетр, скипетр правосудия. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел». То есть этот царь проходит такое
возвышение, что его в этом конкретном псалме прямо вот называют Богом. Он прекраснее всех людей. Мы видим, что у нас есть вообще в библейской традиции тексты, которые категорически отрицают царство, которые считают царством чем-то отрицательным. Есть много, множество примеров. Есть целый пророк, пророк Ошеа, который посвящен отвращением идеи царя. Но у нас в Танахе также есть такие тексты. Тексты, которые возвышают царя. И когда мы читаем такую вещь, то только можно изумляться тем, что в начале книги Бытия эта красота и это совершенство присваивается человеку. Но это только один из текстов, которые у нас есть. У нас также есть и такие вещи. Этот царь, он правит навеки, вечен твой престол. Есть комментаторы, которые говорят, что вечен твой престол обращается к Богу. Но так как следующие слова буквально сразу возвращают нас к царскому одеянию, то тяжело с этим спорить. Я читаю еще один древний текст, в котором есть богиня, которая сотворила людей, и вот описывается сотворение человечества. Говорит, ты, вот, богиня, госпожа великих богов, ты сотворила людского человека. Сделай царя, сотвори царя, советника человека. То есть царь, он вообще в другой категории, он даже не совсем человек. Есть обычный человек, людской, а есть советник человек. И то есть это слово, это неологизм на аккадском языке. То есть сам аккадский писатель должен был придумать это слово. И укрась его тело превосходством, сделай его, следи за его чертами, сделай его тело красивым. То есть прямо как в нашем псалме, в котором царь прекраснее всех людей. В этом ассирийском тексте, в этом случае, царь, он украшен всем превосходством. И его тело очень красиво. То есть красота его, хотя он стал таким только после коронования, но одновременно и из рождения он какой-то очень красивый. Между прочим, заметьте, кто еще был красивым? Царь Давид. Царь Давид, он известен своей красотой. Я считаю, что это стоит заметить. И опять же, я повторяю, что вот когда мы видим, что царь создается в образе и подобии Бога, который создается своим Богом, нужно ценить уникальность библейской традиции, которая начинается с истории, в котором Адам сотворен в образе и подобии Бога. Но при этом, когда мы начинаем раскрывать мифологию Машиаха, то оказывается, что он описывается божественными чертами совершенно. И главное, что он вечен. Да? Еще один последний псалом, еще один псалом, который хвалит царя, который говорит, что благословляет царя, говорит, да воссидит он вечно перед Богом, сохрани его своей милостью истинной. То есть царь восседает вечно. Я хочу здесь сделать еще один второй перерыв. Тогда прочитайте чат, да. Потому что прочитайте чат, если вы можете, потому что там в чате есть несколько замечаний Миши Шнейдера. Миши Шнейдера. Вау, это... я сделаю сейчас... Я выйду из... Да, вижу чат. Да зачем? Можно не выходить, можете прямо в чат. Да, я вижу. Миша говорит, Керен Апух, сосуд для сурмы, Моисей с рогами... Старая еврейская традиция, он даже бодает ангелов этими рогами. Помазание масла, возможно, связано с инициацией через помазание новорожденных. Интересно, Миша, я никогда не слышал о помазании новорожденных. То есть это откуда мы знаем, что мазали новорожденных маслом? Я никогда... И то, что Миша сказал, советник человек, это Пеле Йоэц, мне очень глубоко впечатлило, потому что я прочитал про эту статью моего препода по аккадскому, Эль-Натан, забыл, как его зовут, короче, но это статья. То есть это прямо вот он написал целую статью, чтобы доказать, что советник человека из этого ассирийского текста, кто говорит, что царь, он советник. Это и есть, вот мы просто про этот Пелиоэц, я буквально сейчас прочитаю вам, но про советник может стоит сказать прямо сейчас, да? Есть людской человек, есть советник. Что такое советник? Есть совет богов. Боги сидят, они звезды. Да, смотрите на небо звезды.
Эти звезды — это боги. Их много, и они советуются. Они решают, они депутаты Кнессет, они решают, что делать. И они у людей, конечно, не впускают, потому что человек не может там находиться. Он не может вознестись на небо и вернуться. Такого не бывает. Но за исключением одного человека, царя. Царь способен прислушаться к совету богов. Он способен даже вставить какое-то слово, даже сказать им что-то, даже попросить у них помощи. Так что советник, человек, связан с способностью царя каким-то образом вмешиваться в решение богов. И просто, да, текст, на который Миша ссылается, это текст из пророка Исаии, его важно прочитать. Это пророчество, это не псалом. И вот Исаия говорит, да, «Ведь младенец родится нам, сын дан нам. На плечи его будет возложена власть, и он будет назван чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь, дарующий мир». Это вот мы сейчас разберем это, то, что здесь сказано, но один из титулов этого сына, который родится, это чудесный советник. И Миша сказал, я думаю, что он мимолетом просто, он просто выразил эту статью, довольно тяжело было читать, который говорит, что он советник, царь советник. Но я хочу просто, вот, до того, как мы дойдем до третьей и последней части этой лекции, есть ли еще у кого-то вопросы про связь, вот, про этот образ сына Бога? Что вообще с ним можно сделать? У меня был один вопрос по поводу первой части лекции. Да, вы сказали, конечно, что золото на статуэтках божественные понималось, царей, вернее, понималось как сияние Бога, да? Да. Оно понималось как огонь солнца, или это было раздельно? Как у скифов, например, было это. Золото ассоциировалось не только с царем, но и с солнцем, да? И как бы солнце — это аналог божества. Ну, то есть это есть в месопотамской традиции такое? Знаете, я об этом не знаю. Я не знаю, как ответить. Я знаю одну вещь, что у солнца есть больше света, чем у других. Это видно тем, что бог, вот это у нас бог солнца, у него, у всех богов есть рога. Чем бог выше, чем он круче, чем у него рогов больше. Есть маленькие божества, у которых два рога, а есть такие, у которых там под 10 рогов. А бог солнца, у него рога аж из плеч выходят. И это связано с тем, что солнце все-таки оно ярче, чем остальные. Но когда мы говорим о золоте, это просто это очень широкая вещь, мы же не знаем по-настоящему. Но мы просто замечаем, что в Месопотамии золото является культовым объектом. Он не является чем-то, не знаю, ценным в том смысле, как мы ценим золото. Золото является отражением божественного сияния, поэтому мы его находим в Месопотамии в культовом контексте, мы его не находим как в качестве украшения. Да? А вот рога, вот как атрибут, значит, вот этого сияния, они всегда именно из плеч, да? Не-не-не, рога, они в первую очередь из головы. Но ну, просто у бога солнца, это бог солнца, его зовут Шамаш. У него рога растут из плеч тоже. Да? А, в том числе из плеч, то есть могут и из головы. Или как, там есть какая-то... Нет, у них у всех рога из головы. Это общепринятая конвенция, которая начинается с самого начала месопотамской культуры и продолжается до Александра Македонского, как нам сказала Хава Бро. То есть ну, история рогов вообще в искусстве очень интересна, потому что она для дьявола в итоге дошла, что довольно забавно. Но, да. Так, мы остановились на том, можете, что... Можете посмотреть еще на чат. А, на чат. Да. Не обязательно отключать изображение, просто чат. Бень, а можно мне тоже задать вопрос? Да. Слушайте, а можно попросить, пожалуйста, если... Ну, не, я сейчас, конечно, посмотрю на чат, но мне немножко тяжело с этим, к сожалению. Да, вот сейчас я открыл чат. Да, и, конечно, Миша говорит, что Пеле, ну, это тайный советник, это, кстати, в статье не сказано, интересно, что Пеле, ну, Пеле — чудо, чудесный советник на русском языке, а Миша говорит, что Пеле — это тайный советник. Типологически Меламо и Фар, Хварна, это, я не знаю, Хварна — это, наверное, санскрита, что ли, я не знаю, очень похоже. Золотое сияние Аура, аура, то есть он говорит, что из этого золотого сияния в итоге появилась
через, я думаю, буддийскую традицию появилась аура в мир искусства, ну, мирового искусства. Ну, мы знаем, аура нам знакома. Еще Миша пишет, что то, что рога растут из рук, этот образ не только из Месопотамии, а также известен нам из Библии, потому что пророк Хавакук, описывает Бога Израилева как Бога, у которого рога растут из рук. Также Миша пишет, что рога Александра не египетский Амун. Этого я не понял. Простите, пожалуйста. Да. Можно задать тебе вопрос? Да, конечно. Конечно, да. Да, я хотел спросить, а какие, собственно, функции исполнял вот первые эти мессии цари? Мы просто цари. Привыкли к... Да. Да, мы просто привыкли к мессии, как, не знаю, к человеку, да, который придет и спасет мир, а что должен делать этот царь? Вот, значит, во-первых, про то, что он спасет мир, вот прямо сейчас про это буду говорить, это следующая тема, последняя. Но функция царя, я, честно говоря, не знаю. Я этим не занимался. Я знаю одну вещь, которую очень-очень важно подчеркнуть сейчас, потому что она виднеется из тех текстов, которые мы читали. Цель царя, по крайней мере, по мнению авторов этих псалмов, которые мы прочитали, по мнению авторов пророчеств, которые мы прочитали, не только наших пророчеств, а и пророчеств Древнего Востока, из Ассирии, из Мари, цель царя, первая его цель, и самое важное, это совершать правосудие, суд. Суд является главным, чем занимается царь. Это причина вообще, из-за которого он получит осияние. Он получит осияние, потому что может такое быть, что Богу тоже довольно тяжело заниматься людскими делами, потому что он слишком сияющий. Нужно, чтобы кто-то был посередине, чтобы он мог совершать этот суд. Опять же, мы читаем Исаию, да, он говорит, что он будет чудесный советник, могучий Бог и так далее. Правит он на престоле Давида, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне и вовеки. У него будет вечное правосудие. Я напоминаю вам, что текст из Марии, в тексте из Марии, он говорит ему одну единственную вещь, он просит. Да, услышь одно мое слово. Если кто-то обратится к тебе с судебным делом, встань и соверши с ним правосудие. Советник, тоже советник, человек, он советует, он участвует в совете богов. Он занимается судебным делом. Сейчас мы двигаемся дальше. Я бы хотел, чтобы мы приближались к концу. Да? Вопрос задается, теперь вопрос. Мы читали псалмы. Эти псалмы, если мы верим ученым, они, у них была цель культовая. Они играли роль в культе. Они восхваляли царя. Исаия, он пророк. Он пророк, между прочим, один из величайших мыслителей еврейского мира, который когда-либо жил. Он писал где-то 40, больше чем 40 лет. Он пережил 4 царя. И вот он встает как-то утром и пишет эти слова. Ведь младенец родится нам, кто-то в будущем родится, этот, он будет царем, он будет чудесным царем, он будет божественным царем, и он будет править отныне и вовеки. И это было бы нормально, но ведь Исаия писал это при дворе царя, который уже сидит на троне. Это же ужасное высказывание. Как ты можешь... когда царь уже сидит на троне, и он царь из дома Давида, то есть с ним, в общем, все в порядке, как может себе позволить пророк, и как этот текст был вообще принят, говорить о том, что в будущем родится какой-то другой сын, какой-то другой мальчик, который этого царя заменит навсегда. И здесь вот зарождается мессианская надежда. Не в этом тексте, между прочим, а в другом, намного более важном. Но для этого нужно сказать пару вещей про историю Железного века, что происходит, что не устраивает Исаию в царе, который сейчас сидит на троне. Дело в том, что в это время, в 30-е годы 8 века до н.э., иудеи находятся в ужасной беде. И на нее нападают никто иной, чем ее брат, чем Израильское царство. Я напоминаю для тех, кто не помнит, да, что есть Иудейское царство, столица его в Иерусалим, есть Израильское царство, столица в Самарии. И еще есть какие-то арамитяне, арамейцы, которые живут в Сирии. И вот израильтяне, Израильское царство, нападает на Иерусалим. Оно нападает на Иерусалим вместе с арамейцами, и Иерусалим находится в опасности. И вот мы сейчас просто прочитаем исторический текст, который... то есть так и было примерно, как здесь описано, да, это из книги царств, да,
и послал Ахаз. Ахаз – это царь Иерусалима, при котором пророк Исаия писал свои тексты. И послал Ахаз послов сказать Тиглат-Пилесеру, царю Ассирии. Да? Ассирия – это империя, и она вот-вот завоюет мир. И он говорит: «Я раб твой и сын твой, приди и защити меня от царя Арама, то есть Сирия, да, и от царя Израиля, которые напали на меня». И взял Ахаз то серебро и золото, которое было в доме Господнем, он туда грабил собственный храм, и в сокровищницах дома царского, и послал в дар царю Ассирии. И послушал его царь Ассирии. Послушал его царь Ассирии, то есть он пришел на своей колеснице, и он послал, он завоевал Израильское царство, и он их послал в изгнание. И некоторые люди ищут эти потерянные 10 колен до сих пор. Okay? Это случилось тогда. То есть по описанию, по библейскому описанию, между прочим, так сами ассирийцы и пишут, Иудея заключила, в некотором смысле можно сказать, союз, но они стали вассалами по собственной инициативе. Они пришли к царю Ассирии и попросили у него, чтобы он взял над ними власть и спас их от Израиля. Царь Ассирии пришел и сжег Израиль. И это все видел Исаия, сидя в Иерусалиме. Он видел своими глазами. Он видел, как сгорает Израильское царство. Он видит, как сгорает Самария. Он через все это пережил. Он видел, как ассирийское войско смывает мир, как потоп. И если мы считаем, что Исаия был образованным человеком и знал, по крайней мере, не эти псалмы, но знал похожие тексты, которые обещали царю вечную власть, которые обещали ему настоящее правосудие, и он видит, как царь, который сидит сейчас в Иерусалиме, он превращается в слугу Ассирии, у него происходит властный диссонанс. И он не понимает, как может быть, что этот помазанник Бога. И он создает вот этот текст, который является, моему мнению, по мнению не только моему, многие исследователи считают, что это ключевой текст в истории мессианства. И вот я сейчас его прочитаю. «Вот владыка, Господь сил, топором отсекает ветви главные. Величественные деревья будут срублены, и высокие деревья рухнут на землю. Чащи лесные он вырубит топором, и падет Ливан перед могучим». То есть Бог здесь описывается как древосек, который срубает деревья. И он срубает не просто деревья, а Ливан. Ливан – это гора такая, но там еще есть кедры, и эти кедры, они могучие, и они сильные. И они символизируют в данном тексте гордыню и силу. И вот с этого срубленного пня и выйдет от корня Исаия. Исаия – это отец династии Давида. Да? Это просто имя отца Давида. И вырастет от корня Исаия побег. Вырастет из его корней отрасль. На нем будет покоиться дух Господа. Дух мудрости и разума. Дух совета и силы. Дальше, длинное описание, которое я не буду читать, описывается как... нет, все-таки нужно... Да, очень известно, волк будет жить вместе с ягненком, леопард ляжет рядом с козленком, теленок и лев будут вместе пастись, и дитя поведет их. Это возвращение в рай. То есть, ну, в раю все были вегетарианцами, в Эдемском саду. И вот, когда родится этот отрасль из срубленного пня, то мы вернемся в рай, говорит Исаия. Здесь ливанский кедр может обозначать две вещи. Он может обозначать Ассирию, которая приравнивается к кедру в других текстах Исаия, но, скорее всего, так как он говорит о пне, да, из которого выходит отрасль, этот пень является тем царем, который сейчас сидит в Иерусалиме. То есть царь, который живет сейчас, должен умереть, и на его месте он освободит место для рождения какой-то новой молодой силы, которая будет наполниться мудростью и правосудием. То есть здесь очень важен момент правосудия. Причина, почему мир станет, вернется в рай, это потому что этот царь, он будет, будет судьей, он будет правильным судьей. Я хочу задержаться на очень интересное это слово «побег». Да, «побег» — то, что вы видите здесь, да, этот побег, который вырастает из дерева, это на самом деле чудо. Я это немножко продемонстрирую, но само слово, которое в русском языке переводится как «побег», на аккадском это «хотер»,
на, простите, не акадском, на иврите это хотор, на акадском хутару. Хутару — это скипетр, и это также дубина. Это какой-то растительный элемент. То есть этот скипетр, он вырастет из... Скипетр — это синекдоха царства. Вы можете посмотреть на разные изображения древних царей. Эти цари держат в руках разные ветки. Видите? Это совсем-совсем древнее. Это какой-то там 27 век до нашей эры. Видите, царь, он возносит кубок. Кубок является главным символом царства. Да? Между прочим, позже этот кубок превратился в... Может быть, да? В шар власти. Но главное, что кубок является до такой степени, что, может быть, даже само слово «царь» означает «человек с кубком». А во второй руке он делает ветку. Эта ветка символизирует его жизнь, его вечную жизнь. В этом случае это пальмовая ветка, потому что это финики. Здесь это просто ветвь. Тут два примера, чуть попозже. Да? Если это царь, который делает кубок и цветок в его руке, его цветок растет, потому что династия этого царя, она будет вечная. Потому что он живой, и потому что он снабжает мир, снабжает свое царство жизнью. А здесь это саркофаг царя Хирама, царя города Библус. И видите, у него, он умер, хотя он продолжает пить вино, но он уже не живой, поэтому его цветок он завял. Так что этот цветок, он связан с жизнью. Его можно даже приравнить к древу жизни, вот мой любимый образ, который... Я не могу провести лекцию без него, но это так называемое ассирийское священное дерево или ассирийское древо жизни. Видите, оно украшено такими вот интересными валютами, да, со всех сторон. И вот мы смотрим, видите, это царь Ассирии, который показывает пальцем это дерево, а тут этот царь, маленький царь какого-то арамейского царства, и в руке он держит похожее дерево, только в уменьшенном виде. Это дерево, которое ему дарует жизнь. Этот образ дерева, образ ветки, который вырастает от отрубленного пня, она начинает становиться очень популярной, потому что разные другие авторы и пророки возвращаются к этой ветке. Вот, например, Исаия говорил, что родится этот царь, который будет, вот эта молодая ветка, он не родился, он не пришел. Он не появился. Вместо этого мир становится все хуже и хуже. И вот Иеремия пишет такие вещи, да, непременно, да, гина ямим баим, непременно настанут дни, возвещает Господь, когда я воздвину для царя, для Давида праведную ветвь, да, то есть этот, тут есть ветвь, да, это ветка жизни, которую держит царь, она будет праведной, царь, который будет править мудро и вершить в стране справедливости и правосудия. Мы видим, что правосудие повторяется. В его дни Иуда будет спасен, и Израиль будет жить в безопасности. Дальше, да, он говорит, вот имя, которым его назовут, Господь наша праведность. То есть, опять же, этот царь, он называется именем Бога, в нем есть какое-то божественное качество, но главное, что он является веткой. И идея того, что эта ветка вырастает от мертвого пня, дает возможность вернуться к этому образу с каждым поколением. И есть множество текстов, я не буду все эти их показывать, которые относятся к этому, к царю как к ветке, и к царю, который родится, как к молодой ветке, которая вот-вот была посажена, и мы ждем, пока она превратится в великое дерево, и мы сможем сидеть перед этим деревом. Но это не происходит. Потому что Иерусалим сгорает. Это вот фотография пепла, который остался после Иерусалима. Это стрелы вавилонских войск, которые сожгли город. И вот мы читаем, да, как оплакивают смерть царя, смерть последнего помазанника, последнего царя Иерусалима, который был помазан оливковым маслом. Дыхание жизни нашей, да, помазание Господа, пойман в их ловушке. Это имеется в виду царь Цедекия, которого поймали, убили его семью перед глазами, потом выкололи ему глаза, он пытался убежать. Да, а мы говорили, что под его тенью мы будем жить среди народов. То есть мы видим, что здесь царь тоже приравнивается к дереву, дереву, у которого тень. Мы думали, что под этой тенью этого царя мы сможем жить, но его срубили, его убили. Он дыхание нашей жизни. То есть очень тяжело нам представить, что какого-то человека будут называть дыхание жизни. Это вообще египетский образ. Но благодаря тому, что Исаия... Я прямо тут говорю исторически вот про Исаию. Я именно вот считаю, что можно присвоить
к этому человеку эту идею. Идею того, что всегда можно надеяться, что от этого отрубленного пня вырастет что-то новое. Есть прекрасный текст, на котором я закончу мою лекцию, книги Иов. Это вообще, на самом деле, депрессивная, потому что она сравнивает дерево с человеком. Но этот текст дает нам представление о том, что происходило в воображении древних израильтян, как они видели мир, в какой природе они жили. Он, смотрите, вот что он пишет, автор книги Иов. «Ведь для дерева есть надежда. Если срублено будет, снова оживет, и побеги его расти не перестанут». То есть дерево, оно не умирает. Даже если дерево срубить, то, да, человек, да, умирает и изнемогает. Да, то есть Иован довольно таким был суровым человеком. Но при этом мы видим, что и он видел дерево как символ вечной жизни. И так как для дерева всегда есть надежда, то и текст Исаии, который был перечитан и переработан много-много раз, постоянно дает надежду, что этот царь все-таки родится, что он все-таки появится. Я думаю, что в этом, в некотором смысле, есть тайна существования еврейского народа, который каким-то образом пережил через все эти динамичные изменения, и Машиах в том или ином виде каким-то образом там присутствовал. Конечно, были столетия, в которых не было ожидания царя. Было что-то другое. Есть длинная-длинная история, как эта мессианская идея развивалась до того, как... Простите, пожалуйста. До того, как Машиах или Мессия стал синонимом слова «спаситель». Но главное здесь – это идея надежды. Надежды, что точно так, как дерево, которое срубают, оно оживет. Царь, который умирает, царь, который он нехороший, который он неправильный, он умрет, и на его месте родится правильный царь, тот, который все поставит на место. Это все. Мне интересно, есть ли у кого-то вопросы про третий и последний образ, или, может быть, что-то общее про все, что было сказано. Да. Ведь это сам история с деревьями, которые вот если срублено будет, снова оживет, и побеги в России не перестанут. Это же очень похоже на историю про змей, сбрасывающих кожу. И ну, ведь я просто забыл, где это объяснялось, что антагонизм человека и змеи, да, который возникает там в, ну, в бытие и так далее, что он как раз идет от какого-то такого древнего противопоставления, что вот змеи, они как типа бессмертные, потому что они меняют и обретают новую кожу, вот, а люди нет. И вот интересно, как эти две вещи сочетаются, и есть ли вообще, наверное, здесь связь с, собственно, с райскими деревьями познания жизни. Ну, это красивая мысль, но царей со змеями никогда не сравнивали. Причина, почему царя сравнивают с деревом, это потому, что ветка является царским символом. Ну, изначально. Да. Есть множество примеров. В искусстве Древнего Востока или в текстах Древнего Востока, когда ветвь является просто синекдохой царя. Между прочим, достаточно прикольно, но в определенный момент цари начали сажать сады в их дворах, которые также символизировали царский сад. И эти сады в итоге так или иначе дошли до нас, до европейской традиции сажания садов. Но это все начинается от идеи, что царь, он снабжает мир изобилием, да? Он раздает всем кубок изобилия. Видите, вот ему наливают кубок, и он этот кубок будет раздавать всем, которые сидят на его застолье. А в руке он держит древо жизни, или ветку от этого древа жизни. И поэтому он, в принципе, не умирает, он вечный. Так написано в псалмах, так написано в других древних текстах. И поэтому он вечный, ну, просто в отличие от... Понимаете, дерево, оно тоже вечное, но оно просто перерождается. Его можно срубить, и сколько ты его не будешь срубать, оно постоянно будет рождаться заново. И даже когда Исаия видит, что царь, который сейчас сидит на троне, он царь совершенно неподходящий и неправильный, и несправедливый, то он создает надежду, что его скипетр, он будет срублен, или его силу будет срублена, появится
что-то новое. Бень, спасибо большое, во-первых. Во-вторых, я хотел вот одна вещь как-то меня вообще задела, я хотел немножко уточнить, про нее подробнее спросить, про тему рождения. То есть вот если мы берем как бы образ там помазанника или царя как бы до пророка Ишая, да, то там есть, ты говорил, что есть странный образ, значит, что он является сыном Бога, и очень интересно, что Миша Шнайдер заметил в комментариях, что если действительно ритуал помазания маслом, он как-то связан с инициированием помазанием у новорожденных детей или у маленьких детей, а в одном из псалмов, это как бы очень хорошо сочетается с тем, что ты показывал, что там в каком-то из псалмов, да, как бы, по всей видимости, какой-то коронации или тоже процесс инициации, так обозначается, как некоторое рождение. И получается, что тема рождения Машиха, как бы до пророка Ишаи, да, это всегда рождение символическое, это некоторое символическое вступление царя, да, как бы. Да, да, ой, Вася, очень правильно то, что ты говоришь, да. Как некоторый акт рождения. А пророк Ишаи, который придумывает, ну, который превращает как бы гимн в пророчество, да, который придумывает, что это все не гимн имеющемуся царю, а описание некоторого будущего царя, у него это символическое рождение становится реальным. Это очень интересно, Вася, очень то, что ты говоришь, да? Это очень странно, что, верно. Да, что, как бы, что он делает, как бы, что он становится более реальным из-за того, что он как бы начинает это читать как текст, обращенный в будущее, а не в настоящее. Это очень интересно. То есть ты говоришь, что он перечитывает, он берет тот же самый текст, текст о рождении, как коронация, которая символизируется рождением, говорит о буквальном рождении. Это, конечно, очень интересно. Есть даже просто, я не включил это в лекцию, потому что немножко сложно объяснить, но в ивритском тексте второго псалма, видите, я тут показываю на ивритский текст, я не перевел, я не дал русский перевод, потому что он пропускает такое интересное очень. «Ваанина сахти мальки, и я отлил моего царя». Да? «Я отлил моего царя на горе Сион». «Отлил» имеется в виду, так утверждает некая статья, очень интересная, отлитие, ну, как отливают статую Бога в Древнем Востоке, ее отливают из бронзы, ее покрывают золотом, и ей делают ритуал открытия рта, ее превращают в сосудом, который несет божественное присутствие, да? Так Месопотамия относится к идолам. Это сосуд, которым он несет Бога. Царь, он тоже является таким же сосудом, да? Он сосуд божественного присутствия. И ты очень интересно заметил, я вообще про это не думал, что рождение, о котором говорит Исаия, оно буквальное рождение. И он ждет, что вот кто-то такой родится. У него есть несколько пророчеств про рождение, про буквальное рождение. Да. Спасибо. Хотя, между прочим, можно сказать, кто же Миша Шнайдер как-то мне рассказал о египетском влиянии, которое есть в пророке Исаии. В Египте царь, как сын Бога, воспринимался как буквально в биологическом виде. Царь, он буквально родился от Бога. Может быть, что-то в этой ноте есть, но об этом я не знаю. Мне намного больше нравится твоя идея. Мне интересно спросить у всех вас, если вам кажется ли вам, что есть какая-то польза занятием такого вида мифологии, чтобы понять, по-настоящему понять мессианское ожидание. Потому что мессианское ожидание, которое есть, например, сейчас, или которое было там, не знаю, 1000 лет назад, или 2000 лет назад, это, конечно, мало связано с образом царя в Древнем Востоке. Ну да, был, в смысле, не очень была понятна эта связь сейчас. В смысле, понятно, но не до конца. И, наверное, она раскроется через какое-то время. И действительно интересно проследить эту генеалогию какую-то. А можно вопрос небольшой? Да-да. А в Гильгамеше вы смотрели параллели? Там тоже есть вот про эту красоту и про помазание в связи с Гильгамешем. Я про помазание в Гильгамеше, я просто помню, что он ему советует мазать, чтобы у него всегда было масло на голове. Ну, просто, чтобы он жил хорошей жизнью. Ты об этом имеешь в виду? Что вот напишите, ему говорить, чтобы... Там еще это... блудница его мажет.
Да, но вот я что такое помню, мне кажется, что там как раз это масло, имеется в виду просто изобилие, просто это что-то, да, но что полезно делать. Но это не связано с его помазыванием, как царским помазыванием. Я не думаю, что это существует в Гильгамеше. Это вообще большой вопрос. Мы знаем, есть такое место Эмар, да, тоже древний город, в котором нашли текст про помазывание священницы, женщины, жреца, которая была жрецом. Ее помазали, когда ее осветили, когда она начала, приняла свой титул. Мы знаем о помазании царя из Марии. Это два единственных свидетельства, поскольку мне известно, о том, что кто-то еще мазал кого-то маслом как символом божественного присутствия. То есть тут есть все-таки стоит заметить, да, что мы это знаем очень много из библейских текстов, которых по-настоящему много. Потому что слово «Машиах», и, может быть, это стоит подчеркнуть, слово «Машиах» в Танахе всегда связано с конкретным человеком, которого помазали. Он никогда не имеет никакого отношения к Спасителю. Спаситель как Машиах — это очень поздняя вещь. Она появляется впервые во втором веке до нашей эры в Кумране. До этого такого в древнееврейском мире нету. И о том, как этот термин просто, он стал синонимом словом «спаситель», это целая лекция, она другая, она связана с другим вообще периодом. А изначально то, что я хотел продемонстрировать, этот образ связан со светом, он связан с апофеозом, да, с возвышением человека на уровне Бога, и связан с растением, с деревом. Так что я думаю, что можно на этом закончить. Я очень благодарен всем, кто меня послушал. И мне, конечно, очень жалко, что не было видео. Первый раз, когда я пользуюсь умом. Мне интересно, куда дальше возьмет меня эта тема. Исчерпал ли я ее или нет. Спасибо. Да, спасибо большое. До свидания всем. Бенни, ты супер! Спасибо, Лиза. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Беня, большое. Да, спасибо, Бенни. Слушай, спасибо. Вообще у меня был еще один более маленький вопрос и один более общий. Если ты еще не ушел, могу тебе задать. Да-да, слушаю. Ну, маленький вопрос у меня был, почему этот свет всегда вокруг головы, и почему светится именно лицо, а там не вся фигура целиком или не какая-то другая часть тела? Супер вопрос, Никола. Я не имею понятия. Я правда не знаю. Я думаю, что это связано с чем-то в реальности. То есть, я скажу, что меня интересует изначально, зачем мазались маслом. И я тебе говорю, я на выходных мазался маслом. Мне хотелось посмотреть, как это ощущается. Бенни, ты знаешь, что все хиппи постоянно только этим и занимаются? В смысле? Только нажимают на себя кокосовое масло. Кокосовое до масло. Утром, до вечера. Но не голову, Лиза, не голову. Не они... голову, да. Бенни, да, половина человечества не пользуется шампунями, а просто мажут кокосовым маслом или каким-то другим. Не, ну мы же про лоб тут говорим. Волосы, голову. Волосы, да. Ну еще в Египте у них есть такая мода, они себе кладут глыбу на голову, и она тает, когда там жарко, там 50 градусов, и она тает, это такой сгусток масла. И таким образом у них всегда на голове масло. Слушай. Да. Слушай, а есть, может быть, это, я сейчас вот задумалась, ведь в Новом Завете там же был какой-то, по-моему, эпизод с тем, что, по-моему, Мария Магдалина ему мажет ноги маслом. Но это потому, что люди мажутся маслом. Это, то есть это что-то, что нельзя делать в Йом-Кипур. Например, в Йом-Кипур запрещено мазаться маслом, потому что это что-то, что делают, потому что это приятно. Как бы. Нельзя есть, нельзя мазаться маслом. То есть это у этого есть символическое значение, которое связано с тем, что из головы исходит свет. Почему свет исходит из головы, а не, там, не знаю, из рук? Ну вот Миша заметил, что из рук тоже бывает, что исходит свет. Вот, например, у Бога Израиля, вот в книге Хавакук выходит свет из рук тоже. Еще слушай, мы знаем из мучеников, что можно связать лазерными лучами из рук, из головы. Но
Ну, как бы это что-то архетипичное, мне кажется. И как бы я не знаю, как можно существенно ответить на это, почему именно из головы. Почему? Имеется все тело мажут. Что? Имеется, масло используется для всего тела, а не только для головы. Конечно, бывает, что еще есть тело. Но как бы, ну, Кохеле, да, «Бехоль эт юбгадеха леваним, вешемен аль рошха ло ехсар». То есть, чтобы всегда у тебя было масло на голове. И там множество разных других примеров есть, как там пророк Амос критикует богатых женщин, которые сидят в Самарии и мажут себе голову маслом. То есть, есть что-то в голове, что связано со светом. Да, но лучи всегда изображаются именно из головы. Ну, там, почти всегда. Ну, конечно, не, если только заниматься лучами, то, ну, как бы, знаете, бог солнца, у него в определенный момент появляются эти не два рога, а множество рогов, да, там, статуя свободы или бог соль римский. Ну, это, наверное, то масло, которое в светильнике в храме, как-то связано с этим, что свет от светильника и масло, и вот как-то это одна ассоциация. Да. Ну, я хочу сказать что-то другое. Мне интересно, почему, если мы сейчас занимаемся дискуссией, я довольно удивлен, что никто недостаточно отреагировал на идею апофеоза человека, что какой-то человек может стать не просто приблизиться к Богу, а просто стать Богом, почти. И если мы рассматриваем, если мы пытаемся сделать такую симметрию и сказать, что точно так же, как у нас есть библейский текст, который говорит о царе как образе и подобии Бога, и мы сравним это с тем, что в книге Берешит Адам является образом и подобием Бога, то нельзя ли сказать, что все те качества, которые говорились о царе, можно и сказать и про Адама? Хотя это не написано. Но вы знаете, вот в книге Иезекииля, в 28 главе, описывается какое-то там небесное существо, которое ходит по райскому саду, по Ган-Эдену, и оно прекраснее всех существ, оно все украшено красотой, и это царь. Да? А в книге Берешит у нас есть Адам, который ходит по саду, по этому же саду. То есть отношение между человеком и Богом, которое мы привыкли видеть как какая-то бесконечная состояние между ними, иногда в библейской мифологии сужается. И есть какие-то люди, которые получают божественное что-то. Ну, в смысле, а почему тебя это так удивляет? Мне это удивляет, потому что меня вообще изначально интересовал вопрос индивидуализма, и откуда он... Ну, например, вот есть такой Мувинкель, который исследует псалмы, он очень красиво написал о том, что царь является телом, которое включает в себя всех, весь народ, и каждый человек себя видит отражением этого царя. То есть, например, вот представьте, есть псалмы, в которых есть царь, например, царь Давид, который плачет о том, что ему плохо, что у него много врагов. Есть обычный израильтянин, который читает этот псалом и молится о том, чтобы там у него тоже беда, и он ощущает, он читает про царя, но воображает, что это он. Вот есть какая-то у этого царя или у этого полубожественного существа есть какая-то роль соединяющего звена между Богом и личным человеком. Мне интересует вопрос личности. Ну, такой цадик, да, типа... Да-да-да, совершенно верно. Цадик. Вот цадик в загорическом понятии — это тоже мессианская фигура. Такое впечатление. Ну, а что ты... Как бы, ну, это все, да, с библейских времен. И вот фигура Машеха как божественной фигуры, да, наверное. То есть мы привыкли считать, что это... как бы, например, достаточно поздняя традиция, а ты нам доказал, что это вот идет с библейских времен. Это очень важно, да. Спасибо, это было очень убедительно. Вот. Некоторые люди написали в чете, что, может, это связано с физическим свойством масла, что оно не смешивается с водой. Это очень интересная мысль, которую тоже стоит задуматься. А Давид белокурый тоже поэтому. Как белокурый звучит на иврите, я не знаю, что такое белокурый. Простите, пожалуйста.
Но я, как я сказал, Давид, он очень красивый. То, что он красивый, сказано неоднократно. И это явно связано с красотой царя. Там нет последнее, какого-то вот эпитета. Если в древности Элоим, предки, рода, то почему должно удивляться стремление человека стать Богом? Давид был Адом по ним, возможно, румяный. Он, кроме этого, был красивым. Я просто слышала, что там был какой-то вот единственный эпитет, которым описывался Давид, и это было вот как-то связано с головой, то есть то ли белокурый, то есть волосы у него были какие-то светлые. По-моему, был рыжий, нет? Принято говорить, что он был рыжим, это, конечно, неправильно, скорее всего, а слово адмуни, он какой-то красный. Тоже вот кто тут написал, да, что это, возможно, румяный. Но просто о Давиде, когда впервые он появляется там на сцену, выходит, то о нем просто вот целая хвала, что он и красивый, и он музыкант, и он и Бог с ним, и он и все его любят. То есть он изначально почти идеальный герой такой. Получается, царь как экран для проекции желаний, чаяний, и мессия — абсолютный экран. Простите, пожалуйста, я не совсем понял, что означает экран для проекции. Какая-то интуиция есть первичная, как это понять, но... А меня слышно? Да-да, что-что? Слышно? Меня слышно? Да-да, слышно. А, слава богу. Но я имел в виду, что просто, желание людей каким-то образом... воплощаются в образ Мессии, и вот как. Mm-hmm. Пришествие Мессии — это начало рая на земле. И также вот как то, что вы описали в случае с царем как бы объектом для идентификации, то также царь становится каким-то этим экраном, на который человек может спроецировать себя и как бы представить себя таким образом. Мне очень нравится. Я думал, что в некотором смысле ты ответил на мой вопрос, который я сам задавал и никогда не знал, как на него ответить. То есть ты можешь проецировать себя. Ты идеальный царь, ведь нехорошего царя ты не хочешь. Ты воображаешь, что царь идеальный. Царь — это же фантазия. Он же не по-настоящему существует. То есть сидит какой-то там человек, ведь до того царя, который пишет Исаия, явно же были другие цари, которые тоже были людьми и тоже делали массу дряни. И мы знаем об этом, между прочим, самого Танаха. Он далеко не был первым. Но да, конечно же. То есть человек, когда воображал царя, его фантазия о царе, это была фантазия идеального человека. И человек, каждый хотел быть лучше, каждый хотел, может быть, быть идеальным. И мне очень нравится мысль о том, что Мессия — это абсолютный экран. Вот по-настоящему Наташа сказала, что вот есть такая тема в еврейской каббале, в мистицизме, в хасидизме потом, что праведник, он отражает Мессию. Но что он идеальный. И он, между прочим, начинает страдать. В определенный момент, довольно рано, между прочим, вскоре после разрушения храма появляется образ страдающего Спасителя, что очень странно, тоже это совершенно другая тема, но он начинает страдать. Очень может быть, что эти страдания связаны с более утонченной и более обогащенным представлением о человеке, что он идеальный, с одной стороны, потому что он идеальный, я говорю сейчас о второй книге Исаии, но он также и страдает, потому что человек, он ощущает в себе эти два полюса. Это очень интересно. А не вопрос, скорее просто комментарий. То есть, типа, царь, он, его власть от Бога, потому что это один царский род, и там же между собой все женятся. Вот. А получается, что Мессия — это как бы тот, кто не входит в царский род, не царский ребенок, а какой-то совсем другой ребенок. То есть вот этот рост. Нет. Он обязательно, здесь, по крайней мере, здесь, до разрушения храма, мы говорим
о том, что этот росток, этот побег, он все-таки вырастает от дерева царского рода. Царский род, он очень важен, чтобы он был постоянно, чтобы он не менялся. Они в древности почему-то очень боялись смены династии. Я не совсем понимаю, почему, но даже в Египте один из атрибутов царства – такая палка, которая называется палка устойчивости, потому что смена династии является трагедией. Вообще-то мы знаем об этом, потому что есть иудейское царство и израильское царство. В израильском царстве постоянно они убивали друг друга, и династия держалась там, не знаю, очень-очень мало, там максимум 50 лет. И, скорее всего, это одна из причин, почему они быстрее сошли с карты, исчезли. А иудейское царство было более устойчивое, и вот этот род Давида, как он и был, скорее всего, до самого конца он и остался. И отношение к царству совершенно другое, потому что мессианская идея, она вышла явно от Иерусалима, она не существовала в Израиле. Вот то, что мы знаем, те библейские тексты, которые мы ассоциируем с севером, с израильским царством, они очень не любят царя. Они считают, что царь — это вообще плохая вещь, потому что они постоянно менялись. Так что да, он должен быть частью одного дерева. Ну, тогда не совсем понятно, почему это, ну, в смысле, как это может быть любой человек. Я не знаю, серьезно. Ну, вот смотрите, вот дальше идут такие вот тексты, например, да. Это я не включил в это, но вот, не знаю, я сам возьму росток. Это текст написан после разрушения Иерусалима уже, да. Нету рода Давида, не существует. Я сам возьму росток с самой верхушки кедра и посажу его. Я отломлю нивный росток с верхних его побегов, это прямо вот сельскохозяйственное действие тут описывается, да, и посажу на высокой и величественной горе, на горных высотах Израиля посажу его. Он пустит ветви и принесет плод и станет благородным кедром. Разные птицы станут вить на нем гнезда, в тени его ветвей они найдут приют. То есть мы возвращаемся к образу великого дерева, под которым все находят приют, но он, этот росток, его берут с какого-то одного дерева и помещают, ну, такое делают. Когда вы хотите там посадить дерево, вы можете отрубить кусочек у вас сильного дерева и посадить его куда-то в другое совершенно место, потому что пророк, который это писал, он сидит в изгнании. Или еще тут есть: в тот день Господня ветвь будет прекрасна и прославлена. То есть эта самая ветвь уже после того, как не существует дома Давида, когда это осталась какая-то мечта, да, все равно продолжают ожидать, что эта ветвь откуда-то вот появится, что она откроется. Поэтому никто не знает, кто он такой, потому что он может в любой момент явиться. Да. Слушай, можно немного поговорить в принципе о идее Мессии в иудаизме? Вот меня интересуют некоторые вопросы. Mm-hmm. Ну, например, там царь Циткиягу, ну, там о нем много чего говорится, там, что он не стал Мессией, например, что не умел что-то петь там. Но одна из вещей там в талмудической традиции сказано, что он таки был Мессией, но умер. Вот как вообще этот концепт того, что вот, допустим, пришел Мессия, стало все хорошо, там было время процветания, а что дальше после Мессии? Или вот, например, извините, что я перебиваю, но Хизкия уже просто был Мессией, потому что был царем. Да. Любой царь — это и есть Мессия. Абсолютно. Ну... Мессия — это просто человек, который помазан на царство. И любой человек, который царь, он помазан на царство, поэтому Хизкия был Мессией, о нем так и говорится, и никак иначе. А все эти вещи, которые вы говорите, это уже относится вообще к другим эпохам. Ну... Они не имеют ни малейшего отношения к эпохе Хизкиягу. Потому что эпоха Хизкиягу никакой речи о том, что Мессия... Наташа, ты можешь там твой вопрос немножечко яснее задать? Я не совсем его понял. Ну, хорошо. Вот, допустим, Беседер. В том споре талмудическом непонятно, что они имеют в виду, потому что они спрашивают, кто такой Мессия, когда он придет, и они обсуждают
придет ли он, или он уже был, и как бы в том споре талмудическом, который я имею в виду, да, они там упоминают царях Хискиягу, и непонятно, что они имеют в виду, что это просто царь, или это тот самый мессия, которого они уже ждут, совсем не в контексте помазанного царя, а в контексте именно уже, ну, непонятно, во всяком случае, мне непонятно, что они имеют в виду в том куске, о котором я говорю. Okay. Ну, вот, на самом деле, или, например, ну, уже там сбывается, например, там все пророчества уже, и Мессия приходит, а как бы, а что дальше? Он как бы остается, он века, он бессмертен, потому что, вот, например, последний Любавический Рэбе, нам так, вот мы это обсуждали в классе в университете, что у него не было детей. И мы обсуждали, я как бы спросила прям, почему у него не было детей, и что там у него жена была бесплодная, или что-то в этом роде. И это, значит, преподаватель был, его звали Дахан Алон, он написал монографию о последнем Любавическом Рэбе, и он сказал, что у него есть подозрение, что он параш Мейша, как Моше, что он себя считал, значит, скорее всего, вот, Машехом, и он как бы себя считал последней точкой как бы этой цепочки вообще любавческих раввинов, и он считал, что поэтому он как бы не родит своего последователя, и на нем как бы все закончится. Вот как бы как-нибудь, что ты считаешь вообще, как бы что после Машеха? Я говорю, что я не занимаюсь вопросом эсхатона и конца дней, и все это. Царь, просто царь, который сидит на троне, он, все хотят, чтобы его власть длилась навеки, потому что все менялись, очень сильно боялись изменений. Поэтому, ну, может быть, эти псалмы просто были написаны по заказу, но царь хотел, чтобы его династия была вечная. Но вечность тут очень важна, потому что почти во всех текстах, которые мы читали, вечность является один из главных характеристик этого всего. Правосудие, справедливость, которая будет длиться навеки. Так. То есть даже в библейских текстах царь-мессия, он бессмертен, по сути, да? Не просто царь-мессия, а царь изначально. Царь, он бессмертен. Царь описан, украшен множествами эпитетами, которые связаны с его бессмертием. Твой царь, который сейчас Биби Нетаньяху, да? Что он бессмертный. Что-то с гидом навыка. А я умею, чуваши. Бенни, я думаю, что вообще надо завершать. Так что, если есть какие-то вопросы, то давайте перейдем на переписку. Вот. Значит, поэтому... Всем большое спасибо. Давайте. Всем большое спасибо. Счастливо. Счастливо.